Алло? Алло. Привет, Данка. Ну, привет. Ну, что я могу тебе сказать? То, что мне тебя сегодня не ждать. Ну, ты понимаешь, у нас сегодня дедлайн, плюс к тому же правки пришли. А тебе не кажется, что у тебя каждый день дедлайн? Ну, ты понимаешь, я ничего поделать с этим не могу. Притом, со следующей недели я взял отпуск специально, чтобы провести время с тобой. И много у вас в офисе таких, как ты? Да, тут Алена, Оля, Влад, Витя. Влад? Да, а что? Ничего, хорошо. Работаем, но степ потом считается. Love you. И я тебя. Муж? Муж сказал, что с тобой все работает. Сейчас. Малыш, ну чё такая угрюмая? Ну, я понимаю, у тебя был тяжелый день, мужа нет, чтобы разогнать тоску, но зато есть я. Не трогай меня, где лучше фильм? Малыш, а может тебе не хватает неземного наслаждения? От кого? Вот! Кого принесло в такое время? Может, муж твой вернулся? Надо прятаться. Где шкаф? А как мы объясним мое присутствие здесь? Пусть он сначала объяснит твое присутствие с ним. Пойду гляну, а ты пока попкорн сделай. Слушаюсь. Какие красивые штаны. Пока жопик. Здравствуйте, посылка для Валея Валя. А его не дома. Тогда распишитесь. Еще здесь распишитесь. Угу. А что это такое? Не могу знать, даже имя отправителя не указано. Ну, похуй, все равно может. Всего хорошего. И тебе. Влад, ты попкорн сделал? Влад! Влад! Влад, ты там? В туалете? Влад, ты там? Ты что, усрался или что? Влад! Ты попкорн сделал? Хватит там анонировать уже. Давай выходи. Ты где, засранец? Идиот, что ты пугаешь меня? Ну так Хэллоуин, с чего ты? Какой Хэллоуин? Он пришел 2 недели назад. Ты попкорн сделал? Сейчас будет. А это что за бандероль? Не знаю, что-то для мужа. И тебе не интересно, что там внутри? Нет. Думаю, наверное, журналы с голыми жопами, что он постоянно выписывает. Уже весь комод ими завален. А зачем ему так много? Сидит в ванной с ними по вечерам. Ты, мужик, догадайся, что он с ними делает. Кроссворды разгадывает. А ты что делаешь? Что она слишком легкая для пачки журналов. Может, взглянем, что там? Ну давай. Только телевизор мне не заслоняй. Ну что, я была права? Нет. Что это за барахло?
Не знаю, наверное, какой-то ответчик, какой-нибудь кассета еще какая-то. Наверное, наследство от его стариков. Думаешь? Нет, это компромат на нас с тобой. Он нанял частного детектива, чтобы за нами следить. И вот, походу записал на кассету наши разговорчики. Ты реально так думаешь? Ты мальчик большой, а в сказки веришь? Ну что, вдруг? Если бы и так, то прислали бы кассету и не сували туда телефон. Магнитофон у меня есть. Дома. Так может послушаем? Блин, каким ты бываешь занудой. Ну ставь свою кассету. Последние символы мне удалось прочесть до конца. Это повлекло за собой массу неприятных последствий. Да чё мне остановиться? Ах да, ушёл первым Роман, потом забрал Алиду Вову. Богдан держался очень долго, но я не смог ему помочь. И чтобы понять, где я протыкал, я взял вторую главу и всё заново. And good test into the CV's response advice with your CV to the perpenes. И аксисисус фертутус пиза. Бадит все. Важный косить! Прекратите, сказал! Вообще не смешно. Ну малыш, ну тебе не надо. Не трогай меня! Ну. Конечно, теперь я должен извиниться. Влад, почему ты себя так ведешь? Почему все мужики козлы? Тихо. А я вот тебе скажу почему. Тихо! Вижу, у тебя шумные соседи. У меня нет соседей, я живу в частном доме. А что это? Я не знаю.
где я тебя не боюсь? Так что, ты мой друг, решил со мной в прятки поиграть, да? Так я тебя нашла. Значит, мы не хотим по-хорошему, да? Дорогая, ты дома? Дорогая!